Проходим, добиваем, пушим, да. Давайте пробуем босса. Сверки на босса поставьте. Давайте, дедушка. Хиро. Сферы. Камешки лопа юзаем. Молодцы. Thank you guys, next fight, лидер Несса. Спасибо. Спасибо. Завтра увидимся. Спасибо. Может, пока. А может еще попозже подойду. Так, Лёш, плюс они. Привет всем. Привет. 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 Ну здорово. Что, балагурить будешь, что ли, сейчас? Нет. Сейчас получится. Никакой дисциплины, да, Лёш? Да. Лёш, да? Да. Да, Лёш? Да, Лёш. Кто не играл, ребят, собачки ставьте. Пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Это все желающие. Давайте 3 минуты перерыв. Спасибо.
Николай, ты здесь? Угу. Я поменяю. Передам тебе лид. Хорошо. Скажешь. А. Куда пошел ты? Гулять? Навара. Что-то? Навара пошел. А до этого кем был? Варом. Понятно. А кем бы хотел бы быть? Варом. Чем этот ДКшник опять собачки ставит? Он в группе уже. Собачки? Собачки, а чё? Почему бы и нет? Пиздец какой-то. Никто ж не ставит, я поставил. Молодец, чё. Казали собачки ставить. Вот ставит. Это как водолазы каждые 15 секунд друг друга за веревочку дергают. Ладно, сколько у нас? 6 групп было, да, у вас? Я не знаю, честно. Давайте группу единичку поставьте. Было 6. Единичку поставьте, пожалуйста. Четыре. Кто-то еще не накурился, значит, да? А кто еще был, помните? Процент вместо меду. Давай сейчас еще полминутки подождем с ним. Это... Кейф был. Про ультра же. Да. Ультра ушел. А. Но позже будет. Наша группа лидер нужен один. Кто соберет группу, ребят? Кто сможет собрать группу? Нет, ван групп лидер. Все сдулись, да? Ну давай я. Давай. Так вот. С чего бы начать? Собачки ставьте, кто? Возьмите друида. Она от Диаблоса, что ли? Да. Вот такой персонаж с автоманом. Рен. Еще кто? Еще кто? Кто еще? Собачки. А теперь? Кусь. Еще один. Всем здрасте. 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 Это... Место. Собачки. Место, я сказала. Место. Он КС. Служить. Все. Фу. Принеси. Че вы, у меня во дворе такая? Нюша зовут. Алабай? Ну все, у тебя полная? Нет, дворянка. Да, у меня фул, все. КПР Кенгар. Добрый вечер, господа и дамы. Вечер добрый. Привет. У кого не готовы, скажите, ребят.
Аки, у всех все готово. Внимание. Рэндом эпик. Раз. И Синька ушел. Че все ушли вообще? Анатолич. Анатолич. ОЗ провоцирует. Всем привет. 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 Hello. Привет. Вы уже пою или сбор группы идет? Беги пока. Регаемся. Сбор золота. На общий стол. Прок. У кого нет прока, ребят? Нет прока. Мина. Танцов. Парку зайдет, он там группу будет. Ну ладно. Он попросил? Всем привет, ребят, кто смотрит. Мне сказали, что это... Видите, русские ники на БГ. Сразу ли? Ого, это кто это тебе так? Я не знаю, я не смотрел. Я 3 назад шли. Угрозы пошли. Страшные русские. Сейчас зайдем, увидим сразу таки раз. Don't wait left now. Интересно, чего человеку в голове, да, вот сидит писать всякую ерунду, как... Сколько лет ему интересно, а? У нас есть такой, Саваса зовут. Саваса не пишет так никогда, а? Он говорит зато. Зато говорит, как пишет. А мы в Риге или нет? Нет.
Хочу напомнить, что сейчас PvP-квест на эпические поля. Так, с этого поподробнее, пожалуйста. Квест на победу. Угу. Две минуты с очереди. Угу. Спасибо за оповещение. Да не надо, не бери, что-то еще за неделю сделаешь, успеешь взять. Я вчера успел за час отыграть эпик и потасовку в юга на Арате, короче. И все выигрыши. Вот как зашел, так и вышел, короче, с игры. Вот ровно час прошел. Скучно живешь. Да, дело несколько часов повайпаться. Да, я что-то охренел вчера. Мы даже орду вчера что-то не всухую сделали. Я такой, нифига себе, ребятки, вы магиете, блин. Эльтарак тупо вчера на базу пробежали. Башни все сожгли, у босса убили, все, все довольны. Я подождал долго, но пока регались. Ты за орду, что ли? Не, а почему за орду? Не, долго ждешь. На потасовку долго ждешь. Минут 10-8. Потасовка долго, да. А так нет. Завоюйте очки чести на эпических полях боя. Да, не забывайте их сдавать, очки чести. А то у меня так квест зачем? Висел, у меня квест висел, а у меня фулл чести было, короче. 20 бг отыграл. Отхерачил, да. Так, они зашли и ради чепырка. Прок. Что? А, это не прок? У кого не готовы? Окей, ребята, у всех все готовы, внимание. Рэндом эпик. Раз. У кого нет прока? Нет прока. Отмена пенсил, ребят. А если найду, да? О! Эн заходит. Упался, наверное. Внимание, ребят. Рэндом эпик. Раз. Угу. У кого нет прок? Прока? У кого нет прока, ребят? У кого нет прока? Проверять у нас некому. Я могу зайти. Зайди посмотри. Поед, ждем. О, да ё-моё, третий день, алё. Защита трое. Твою мать. Enter, заходим. Серьезно? У нас Казахстана лидер, Барат. Тот самый Барат?
Нравится. Жмыса. Нравится, да. Царево дворца, царево дворца. Покупайте бутылки, ребят. У меня только лучший товар. Повкую. Ходи то, делай сюда. Царево дворца. Да-да. У нас 5 мощных хилов. Mm-hmm. Нравится. Красивая. 3 человека, ребята, на храм. Кто пойдет на храм? Mm-hmm. Я пойду. Еще 2 человека, ребят. Mm-hmm. Я пойду. Я пойду. И. Все пойдем. И остальные идем за мной. Все вместе кучно, садимся на коней. Едем на пенькой на круг. Ага. Анатолич, не спи, пожалуйста. Стандарт. Мужчина. Стандарт, ребят, ставим. Мужчина, проснитесь. У вас Ой. Там фул по местам. Да. Убиваем, убивали, быстро вар убили, все, слили. Сзади, ребят, как не доходит с нашей стороны. Херу даем, хиро. Ага. Больше контроля. Пусть не стоит, разбежитесь. Вот тут мах, смотри. Видал? И он на нас идет. Не, сначала под флаг сначала. Пушим, пошли под флаг. Плагиар! Строим, ребят, можно строить, скорее всего. Храм дашь. Прием. Запад захватывать? Там один, что ли? Нет. Нет, настрою. Ходите, ходите. Строим машины, ребят, строим, едем на восток. У нас тут бригада. Один полосатый. И двое на мерседесах. Don't stop, не останавливайся, пушим, пошли вперед. Все под на восток под флаг. Вокруг чего выбросили, нашел? А вот так. Да нет, тут нормально. Сейчас. Там нормально. Круг много. 20 ордеев. Не
Да, сейчас уже много. И хилов очень много. Да, они вокруг обошли. Возвращаемся на круг, типа, часть половину. Red Tower node is heavily damaged. Фига. Возвращаемся на круг. Red base is secure. Прожала на крылышке. Тварь. Всем привет. Приветик. Привет. Че, бегаете? Да. Бегаем. Молодцы. Потроси морду. Да глянь. Давайте впало. Строим, 8 машин можно еще. На круг едем всем. Ну не все, 10 человек достаточно на круге. Прошли. Поехали на запад? Нахуй. Ну что это паладины или что это, я не знаю. Это что за машина для убийств? Ах ты. Да, 10 тут мало, наверное. Тут хилов вообще-то толпа. Быстрее стройте, нас сейчас заберут зап. Стройте еще 5. А, они оба в баблах, да? Но. Вокруг больше народу, ребят. Твою мать. Уроды, мать их. Сейчас я успел. А хант еще. А он еще один вниз ушел, смотри. Ну их дай. Как это вот так там запад? Запад отдаем. Ну ладно, ладно. А хотя. Не отдаем, мы две катапульты подъезжаем. Да, сейчас вас размотают, на. Сейчас мы их размотаем. Не, Вар, ты не отгадал. Берите, ребят, ракету, у кого это есть возможность. Машин 5. Давай, Хант. Куда ты? В бабл видал? Хотел бабл тоже. Не успел. Лёш, на 10, да? Меня бьют, короче, а я не могу никого ударить, мне пишет, что они вне зоны действия сети. Альт. Типа альт прожми, ну или альт обнись. Давай, ребят. Привет. Ну здорово. Привет. На круг, ребята, подходим под флаг. Пошли, атакуем, не стоим, проходим, надо вперед идти. Альт F4 вот. Жми, нормально будет. Не-не-не-не-не, бывает альт типа зажимается и... Проходим. Пойдем на храп тогда. Да, пойдем. Red base is under attack. Oh, пожертвуйте на храм. Чекай. Ой, опять половина. А, это опять та сука. Извиняюсь. Литературный. Ой, еще шапочка побежала. Не даем строить, ребята. Заходим туда внутрь, не даем строить. Вот вам только интересно, что я как-нибудь машину подключил. Сань, ну Зинька, плохо слышно. Пришло время моего. Я ничего не говорю. Это не Ванзинька, говорит. Это кто-то за рулем едет. Да. Говорит, соскучился по вам, сил нет. Слушай, похож голос, как у Зиньки, кстати. Южную стену надо отбить, ребят, сейчас. Орду здесь добиваем. А у Резала больше управления никто не перехватывал? Нет?
Мне кажется, его об этом уже раз, наверное, 20-й спрашивают за последние два дня. Ага, не, я просто, я не знаю, меня вчера не было. Вот. Я не знаю, какой вывод. Там аддон барахлил. Ааа, обалдеть. Прогуливаешь, Колян? Да, вчера... Ну, восточная тихо, тихо, нужна. Тихо, тихо, давайте башню задефаем нашу стену. Да, там 4 или сколько. А, пойдем. Машина, 4 машины сломать надо, и все, ребят. 3, 2, 1. Ух ты, пробили стену. Ну, одну пробили, пока больше их нечем ломать. Blue base is under attack. Сейчас после того, как задефить, ребята, надо будет ехать на храм. Строим машины. Ой-ой-ой, тут храм. Ну, сразу часть на храм ехать. Чем могу помочь? Мамочки, родная. А катапульту-то чё бросили? Катапульту? Угу. Машины доломали? Да. Да, машины доломали. Да. На храм. Red base is secure. Балды, там весь рейд орды. Вся орда тут. Душами тёлки. Ух ты, какая ты. Ух ты, а тут ассетик, конечно, да. Извиняюсь. Хороший это. Этик. Ага, я ж засмотрелся, чуть орда не убила. Ой-ой-ой, а чё, шестером-то? Ага. 6 машин у них уже. Там глажки перепутал просто кто-то. Блин, хильте меня, 7. Я въезжаю в стройку. Это как тогда на УЗЭ, кстати, был момент. Отстань тут же! Сразу видно предателей. Фу. Это, а что-то рановато на скриншот там пришли, ребят. На темпл забирать, ребят. Темпл атакуйте. Что-то да, еще 9 минут так-то. И да. Одной стены нет. Если ну они с той стороны уже не будут пока ломать они. Объезжать, это начинать. Надеюсь, вы их туда не пропустите. Долбит нормально. Да-да. А, эти ракеты берите. Да, кстати. Популяем. Чё, крайняя моя? Use rockets, ребят. Ракеты берем. О, строим. Строим машины, ребята. Строим машины. Бля, какая. Крепости строим. Ой. Use пиу-пиу. Blue base is under attack. О, любилка перезаходит. Что? Машину стройте на западе. Иначе не выдержим.
У нас проблема. Ой, на востоке точнее. Но никто не хочет дефать. На востоке, дефать. На востоке. Никто не хочет дефать точки, ребят. Нормально, выдержали. Такой паладин был, да? Ну и друид его поддерживает. А ник не на А, а нет, оно тут. Это чудовище. Видно, что танк. И в бабле, гля, с крылышками что-то там мутит, ты посмотри, какая. Ну. Еще в золотом сетике, знаешь, как все надо. Эльфийка крови. А еще. Ай. Play, you are on blue. Defend your core. Я тебе не дам на маунта сесть. Ня! Жите, жите! Глашка, жи! О, все, молодец. На восток снова едут. Те же двое. Глашка ее съела. А, поне. И друид в инвизе. Как там мне квилли? Что? Так, два разрушителя, впереди две катапульты. Не, ребята, не хватило вам третьего. Че машины-то не строите? Ракетами прикольнее. Да, ракетами и надо. Ракет на всех не хватит там. Хватит. Да, почти уже все машины прякнут. Да, вообще не добита. Пули летят, пули. Точно поступишь. Ну их там много было, я стрельнул и для троих засчитал. Приаморы? Да. Ух ты.
Флэжер, держись! Молодцы. Зажали орду в угол, короче. Уж тут они собрались кучи. Они приняли тактику. Чем могу помочь? Нападение. Напролом. Да. Ля, их там много. Ля, что делается, да? Ля, какие? Уф. Ля, бегут, как эти. Хер, как их обозвать? Тараканы. Посточно уходить. 40 секунд. Выиграть и ПВП потасовку. Это новенькая. Это же не потасовка. А, задание. Это потасовка. Нет, а, какая разница? А выглядит как потасовка, да? Потасовывать очка. Мотобойка. А, кстати, а есть какой-нибудь сейчас потасов? Да, вот мне сейчас задание. Каждую неделю есть потасовка. Потасовочка? Очко бури. Потасовочка. Молодец. Куда сегодня пойдем? На очко бури. Победа. Цель достигнута. Заработай очко в честь. Че-то слишком много слова очко. Ребята, Бонзу заменить нужно. Всем пока. Кто будет лидером? Пока, Бонзу. Цан тоже заменить. Надо. Спасибо всем. Тоже лидером. Спасибо, лидером был. Да. По группе лидера надо. Привет, Энд. Здорово, Саня, как? Энд, здорово. Нормально. Все нормально? Да. Молодец. Сказали, буду жить. Все. Че, удалили тебе, да? Все удалили, все. Все-то не надо. Нужно два групп лидера, ребят. Ну я нахуй. Полтонит соберу. И еще один нужен. Нужен один групп лидер, ребят. Так, а ты же можешь быть лидером? Так, он на английском скажет. Ну, так, can you be raid leader? Ладно, давай 3-4 минуты перерыв, ребята, правда. Беремся.
Кто-нибудь может собрать пати или нужно дойти? Ты группу лидером был? Да. Еще? У меня полная группа. Кто у тебя в группе? Буржуй. Есть русскоязычные? Самус, Астрономикс, Дип и Бази. Ну, Коля вроде просится в Олесе, ты здесь? Он в группе уже. Колян, можешь зайти к ним в группу тогда, чтобы тебе лидеры передали? Колян, ты кто? Ник? В Олесе. А меня уже забрали. Ну да, ты можешь это групп лидером побыть? Да выйди. Вышел. Ну давай. Вышел. Бери. Сейчас мне нужно одному из игроков сказать, чтобы он... Ты возьми, сделай рейд, а Колян сделай группу. А, окей, да, все верно. Угу. Спасибо. Спасибо. Не то вам спасибо. Ага. Конвертейшн. Все нормально там? Группа создалась? Да. Всем привет. 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 Вот и групп лидер. Кто это там? Где? Кто? Че сразу я-то, да? Я передал рейд лидера и покинул пати. Надо преобразовать рейдеру группу в обычную. Само собой. Кто я сказал? Ну что, нашли группу лидера, ребят, или нет? Надо единички, мне кажется, проставить. Кто сказал? Группу лидера единичку в чат поставьте. Один. Раз, два, три, четыре. То есть в Олесе вас не смутило, да? Нет. Нет? Нет. А ну нет одной группы. Ну да. Так пришел, сказали, о, группа лидера. Сейчас соберу. А что? А Олька Хант. А Олька Хант. Тут я. Ага. Тут. Играем, ребят. 6. Привет. Эх, энд. Как раз сейчас там будет. Уже взяли энха. Энта. Что делаем? Муравью болт приделаем. Всех полный групп. Ну да. Ради чек, ПРК на готовность. Нет, не полная. Два места. А, о, ну он это и это. Где-то ребят плюсаните. Восьмом он. Дип. Не спать. Энта возьмите. Энта. А че он плюсики ставит? Да. Он и собаку нарисовал в конце. Сейчас бы был бы Савас, он бы возмутился. Но Энд бы ему бы по уху дал бы. Ну ладно. Да, Энд? В пельку. Что за хочет крикнуть? В бубен дал бы и все. Такие полные группы у всех. Ради чек, ну, на готовность. Уже. Я готовый, шеф.
Окей, у кого не готовы, скажите. Всех все готовы, внимание. Рандом эпик. Раз. Ну? Анатолич. Как бы регаться надо, да, ребятки? Проверка ролей. Надо регаться. Правильно, во. У нас там группа коррекции, да? Ну да. Я уже тут сам руками махаю перед монитором. Я уже говорю, ну, как бы надо, вот надо что-то. Псих. Угу. Я не... Профессиональная прок. Уже. Нету нет прока. Прока. Отмена консул. Внимание, ребят, рандом эпик. Раз. Во, вот, вот прям. Молодцы. Прок. Отмена. Нет. Капсул. Отмена. Внимание, ребят, рандом эпик. Раз. Сейчас смотри, третий раз. Не, не про. Не. Колян. Да-да. А это Чунгу Чанга где? Сейчас гляну. Блин. А, в приложении, но не в игре. Ага. У кого нет прок, ребят? Нет прок. Отмена пенсил. Даже... И намеков не было на прок. Внимание, ребят. Рандом эпик. Раз. Колян, ты купался? Нет, ну в смысле, а в этом кровь? Нет. Да, да ну что? Нафиг, я... Ты не очко и так 100 раз сделал. Я уже, блин... Крещение, что ли? Да я развалюсь нафиг. Я изучал долго этот вопрос. Ну. Я нырял как-то один раз. Ну. Чего, не понравилось? Нет, не в этом дело. Круто, конечно, но это очень опасно. Это если ты постепенно не привыкаешь к вот такой смене холода, то чревато инсультом, инфарктом. О, ну, да, это. Это как бы слишком резко. Я помню, в армии меня так обдали холодной водой, я до сих пор это, у меня аж дыхание сводит. Скоро не обходится без работы. До сих пор холодно, да?
Да я купаюсь, но я это после наряда пришел, залез уже купаться, холодно аж на улице сидела, блин, начал греться. И кто-то в шутку, короче, сверху это прям с ведра холодной водой меня как окатил. Жесть. Ну хрень. Я потом с пневмонией слег. У кого нет прока? Это прока. Нет прока. Отмена. И как говорится, с тех пор ты такой, да? Я изучал вопрос по закаливанию и по рянию именно в прорубь в Рождество, в крещение. Во-первых, если имеется в виду религиозный культ, то, как сами говорят служители церкви, купание в проруби не имеет никакого отношения к крещению. Внимание, ребят, рандом эпик, раз. Что касаемо здоровья... Прок. Кого нет прок? Нет прока. Отмен. Что касаемо здоровья, уже сказал. А что касаемо оздоровительного эффекта, есть мета-анализ, доказывающий, что единственный эффект, который ты получаешь от закаливания, это то, что ты учишься преодолевать холодные температуры. Все, на иммунитет это никак не... Люди, которые закаливаются, болеют точно так же, как все остальные. Просто умеют держать холодную температуру. Ну все, теперь если кто-то будет докапываться, я скажу, мне султанит вообще... Внимание, внимание, ребят, рандом эпик. Кроме шуток, я... Раз. Это целая наука. Потому что споров очень много, догм очень много, заблуждений очень много. Да, понимаешь, в чем проблема? Даже если научную работу кто-то написал про это... Ее вряд ли донесут до большинства. А, все верно. Нет, почему? Сказал. Вот по телевизору вчера только говорили на эту же тему, и то же самое. Я как бы даже это телевизор-то особо не смотрю. Ну вот вещи. было вчера. А вот научные исследования на эти темы, они мне очень интересны. Я вообще занялся в последний год-два именно разоблачением мифов разных, касаемых здоровья, инопланетян, так далее. Религии. Я больше про космос сейчас залипаю. Мне иногда нравится скляру посмотреть. Про инопланетян присылать ни слова. Нету прока. Отмена. Друзья, не знаю, про что вы только что зашел, а я водочку люблю пить. Нету прока. Да. Так, давайте тише, а. Отмена все, ребят. Слушайте. Кэнсел. Болтушки. Ну, тема такая хорошая, интересная тема. Я просто изо всех сил хочу найти что-то, как оно сказать, экстрасенсорное, что-то такое, что не зависит от человека. Внимание, ребят, рандом эпик, раз. Есть ли жизнь? Что-то чудесное, чудеса ищу. Чуйка. Я трижды видела НЛО. За жизнь. Трижды. Ну... Все разные, верно. Все разные. Один раз видела вещий сон, который исполнился вот один в один через 12 часов. И я ничего не смогла изменить, хотя он был плохой, он мне жутко не понравился. Я хотела изменить события, я ничего не смогла сделать. Да, есть. При этом я его еще успела с утра рассказать там маме, всем родственникам. То есть это как бы не выдумка. Угу. Ну, есть такое понятие. Личный прок. Опыт. Прок. У кого нет прока, ребят? Нет прока. Отмена кон. Есть такое понятие. И это лично. Не аллегорический был сон. То я есть я видела события, как они произошли. Через 12 часов. Единственное отличие, в конце сна я там разрыдалась, проснулась, рассказала маме. А в конце реальных событий я просто села там на батарею рядом и просто была в шоке. Дежавю? Вот. Какое дежавю? Это будущее. Это будущее. Она это не будущее. Прошлое. Ну, во сне такое бывает иногда. Вот говорят, когда что-то приснится. Внимание, надо... ребят, внимание. Рандом эпик. Раз. Надо выпить, да? Прок сразу. Нету. Нету. Нету прока. Отмена консол. Нет.
Надо просто до обеда никому ничего не рассказывать, ну, во-первых. Да, это... А тогда бы не поверили, что я его видела. А так все были уже в курсе. Ну, я чувствую, сейчас начнется гадание на Таро у нас тут. Это чат очень хорошая юмореска показана в последнем КВН, в финале. Внимание, ребят, рандом эпик. Раз. Команда называется «Имени меня», про противоречащую друг другу не заблуждение, как они. Ой, черные кошки там и так далее. Да нет, это просто меняет вообще взгляд на мир. То есть, если ты один раз такое увидишь, то ты понимаешь, что наука не знает ничего. Да. И что бы там тебе не вещали, это полный бред. То же самое, что если человек побывал в клинической смерти, видел непосредственно путь, вот этот вот, и так далее. Этот феномен изучается. Я даже книжку видел, я могу вам название сейчас вспомнить, подождите. А, как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров. Хорошее название, кстати, да, слышал где-то. Рекомендую Карла Сагана почитать. Я не верю во все это ваше. Я тоже не верю. До поры до времени. А я не верила тоже, пока не увидела сама. Всему есть научное объяснение какое-то. Согласен полностью. Всему есть научное объяснение. Я боюсь космос. Прок. У кого нет прока? Отмена консол. А у чё? Вот это разве не сверхъестественное? У нас тут 5 групп никак не попадут. Кстати, есть ли это объяснение? Есть ли, как там, жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Там неизвестно. Уже нет. Уже нет, да, уже известно. Но была. Ну. И на Луне, наверное, уже нет. Кстати, она может возникнуть в любой момент, потому что для жизни достаточно всего лишь 5 основных элементов. Внимание, ребята, рандом эпик. Раз. А вот либо какая время. Поверхность, какая поверхность Юпитера? Вот это и рок. Нет, рока. Отмена консол. А что там в пятимерном пространстве? Серега, эти взяли? Интерстеллар, а? Нет, я так регусь. Сейчас предложу. Одно место. Я предложил. Внимание, ребят. Рандом эпик. Раз. Спасибо. Спускаемся на 6-й слой сумрака. А что касаемо сверхъестественного... Точнее, этих способностей всяких. Супер, сверхъестественно. Ну, он совался, он свет в комнате выключает, в темноте видит, как муха летит, короче. Он еще это время останавливает. Да, на этой мухе еще одна муха, и они отжимаются. Короче. В процессе дают 2 толчка поварам, извините. Кто, как говорится, докажет свои сверхспособности в любой области, как говорится, тот получит, если это в России будет, 2 миллиона рублей. Маловато. И всеобщую всемирную известность. Если это будет за рубежом, то в фонде Джеймса Рэнди там $1 миллион, если не ошибаюсь. По-моему, уже 5 назначают. Возможно. Ну, в общем, за все это время в условиях... Эти люди не любят афишироваться. Ну, это прекрасная отмазка. Конечно. Это отмазка. Это отмазка. Ну, как отмазка? У меня папа подполковником КГБ был, и у них пусть он пройдет это, пусть он... Что вы говорите? У нас есть один игрок, он все знает и все умеет. Ну да. Нет, просто он рассказывал, что он присутствовал на том, как какая-то женщина двигала предметы по столу, поднимала их в воздух. Это разоблачение она есть. Могла делать... Нет. Джеймс Рэнди приезжал в Россию для этого, чтобы ее разоблачать, посмотреть. Так, не уже знаю, интересно. Не знаю, про человека мы говорим или нет. Но факт в том, что она при этом очень уставала. Она могла делать это очень недолго и очень уставала. В результате она делала просто умерла. Делала это она не одна. Вместе с мужем она это делала. Потом раскрыли их обман, наши наивные ученые. Мы даже не в курсе, об одном ли человеке мы говорим. Да, об одном, потому что этот феномен был достаточно активно изучаем в 70-80-х годах.
очень активно. Она была всемирно известна. Мне уже не спросить. Короче, одни жулики, в общем, кругом одни. Ну, просто в условиях контролируемого эксперимента такие люди не могут доказать своих способностей. То есть, когда чистые условия, когда невозможно обмануть, когда за ними наблюдают, они не могут продемонстрировать свои способности. Ну, это, скорее всего, со стрессом связано. Они чем угодно это объясняют. С нарушением пространства, времени, континуума. Они объясняют, что в этот день вот, у них что-то не так пошло. Ну, короче, когда у них не получается, они находят отговор. То есть перед началом их спрашивают... Скептик, он тоже всегда найдет объяснение. Нет, дело не в этом. Дело в том, что я был бы очень рад, чтобы сверхспособности у человека обнаружились вот какие-то. Это дает тогда нам возможность их раскрывать. Прок. Кого нет прока, ребят? Кого нет прока? Всех прока Enter заходим. Ура. У нас ультра предсказывает, какое БГ будет в следующем. Да-да-да. Вот, кстати... Этому есть научное объяснение. Эти люди, кстати, очень часто сами заблуждаются. Искренне верят, что они чего-то там умеют. Кто нас с Рвом Хантом будет? Кстати, да. Анатолич? Анатолич у нас есть. Анатолич мужик! Наш самый лучший. Три человека, ребята, на доке. Че доки? Три человека на доке. А, езжайте. Давай я на... Мясокомбинат, два человека. На ангар идти. Я! На сегодня нарядов не прислал. На карьеру. На песчаный карьер. А ликеры водочки нет? Да погодите. У вас персональный наряд. Ты на комбинат тогда. В общем, для тех, кто хочет разобраться с Лизинка. Рекомендую книгу Карла Сагана. Свеча. Она вот куда бежит? Сейчас я ее посажу и увижу. На ангар. Наука, как свеча во тьме. Все. Там обо всем. Ты куда меня понял? Постой. А куда идем? На центр, 8-10 на ангар, ребят. Как по стандартной схеме играем. А, окей. На ангар? Ангар да, больше. Любилку сюда нашу. Так, пятеро на ангар, еще плюс +5. Обороняем любилку, как этот. Да, ее оттягивайте назад, тупо надо. А то она порвет орду. Нам потом ничего не останется. Весь что пишет? Че? Читай чат 11. Да я вижу. Туда-сюда. Ну а так вот то же самое, что хоть взять любую религию, там все описывают там чудеса, которые происходили 2000 лет назад. А теперь, когда есть там какая-то... Так, все, внимание, давайте это инвиз. Шрауд. Заходим за флаг. За флаг заходим. Да. Заходим дальше. Контроль больше, стандарт ставим. Видал, что умею, видал? Держите! Отлично. Внимание, ребят, надо пройти. Пошли вперед. Пошли в Орду. По хилам нужно сыграть, по шаманам играйте, по хилам. Тихо. Обыщите шамана. Ангар чисто. Помощь нужна? Не, все нормально. Любилка всех раскидала. Так любилка снайпер. Ну да, она ангаре. Пошли в Орду. Проходим вперед, ребят. Не боимся умирать, ничего страшного нет. Привет, Ань. Привет. Привет. Привет, БР нету, друид. Развивайте БР, пожалуйста. У нас куча БРов, а никому ничего не дают. Друид, use battle res, please.
Соответственно, центр пока идем. Берите технику. Опа! Так, на причале. Машин много, блефа. Машина, машины, стреляйте по ним. На ангаре рога. Да хрен с ним. Погнали наши краски. Йоды Малюши, пожалуйста, на ангар. Через нашу базу тащите, Демалюши. Демалюши, возьмите один, пожалуйста. Там русские ники, кстати. Лёш. Всё, вливаем. Какой случай? А, кстати, да, что-то я забыл. Ну, там БГ тоже были, что-то я вообще забыл. Ну чё, тарантас никто не взял. Какой из них? Вот стоит. Она вылетела, ребят. Нам сурф нужен. Ну, сурва нет. Ничего не вылетел он. Покидает межсерверную группу. Не знаю ничего. Да. Пусть что хочет делать, пусть заходит как обратно, как хочет. Я знаю, почему он вылетает сейчас. Сказать вам? Не хочет в сурве? Пушки на корабле. Нет. Какую-то гадость нам скажешь сейчас. FYI. Да, FYI. Это мерзость. Доехали, стреляем, все. Разрушители по флагу. По флагу, ребятки. Куда ты развернулся? Повернись обратно, пожалуйста. Ты же вас убивают, а? На центре. Уходим с мида. Толпа бегает. Не, ребят, простите, это... Тейк докс и ангар, ребят. Надуки бы кого-нибудь еще. Три пушки на корабле. Осадка готова. Влад, заходи, ты вылетел. Сейчас зайдешь. Кто-то взял уже. Кто-то сел. Рибак какой-то сел. Не он наш. Не рибак, который сейчас поедет туда к орде. Так, стоп. Он сейчас будет пинать их всех. Ребят, мы доки потеряем сейчас. А уже все, мы сейчас уже осадку потеряем. 50%. Не успеваю их стрелять все. Ой, лушпанье. Зато, знаешь, почему он улетает? Потому что у него все, нет осады. Обои короля Лича стоят на рабочем столе. Они анимированные. Так, кто там во втором разрушителе? А, это которая. Да, я понял. Да всякую хрень, да ставят на свой комп, потом думают, что у них там вылетает. Че лагает, блядь? Она, по-моему, сколько озвучки жрет? Полторы или... Да нормально, там она ресурсов жрет. Я себе поставил обычно виндовсовская, только что красным цветом, короче, значок и все. Ну, обои обычные, короче, и тему красную впихнул. Так, все, они... Им недостаточно. Все хорошо. Все хорошо. Одна пушка свободна, кстати. Осадка через 2 минуты. Почти. Ну да, логично. Перчало били. Смотрю, Колян, ты читать-то умеешь вообще? Чё? Я тебя там писал полтора часа назад. Нет! Ну, некогда писать. Где ты мне писал? Апельсиновое вино. Я понял.
Сливы опять. Одну пушку займите, пожалуйста, на корабле. Я не видел, чтоб ты мне писал. Ого. Так, у нас сурф еще есть, нет? Да нет. На отеле вообще. Ну здесь, на отеле. Сань, притих, читает. Ага, ищет, где писали вообще. Угу. Все, властежность. Кстати, эту тактику активно Орда тоже использует. Свободный БГ. Я тут. Покажу. Они точно так. Колян, я тебе в компьютере не знаю. Где? Так же гонят разрушить. В компьютере ищи. Да, я не надо было выходить из комнаты, куда-то уходить. Это... Тут надо было читать. Да не, меня позвали. Че? Да ладно. Я серьезно. А где ты мне писал, я не видел. Я бы обратил внимание. Я-то обратил тебя, нет. Прикольно чекают. И толпа труп. Вы чё там? Колян, чё, издеваются? Да. Завис о вас. На ангар нападение. Мне никто не писал. Рога бьёт разрушителя. Осадка 10 секунд. Угу. Ну я ее возьму, мне стрела. Я сяду. Давай. Ну теперь вижу. Вот и ура! Так же было. До этого было точно так же все время. Да? Прикинь. Ты отстреливайся, как на тачанке. Че, наверх ее тащим? Да, на ангар, наверное, стоит. Погнали. На ангар. А-а-а! Так это когда было еще? Чуть ли не час. Завтра? Сорян. Так, отхила у нас нет, так что будем аккуратно. Две клефы на доках. А глажка вообще в игре? Да. Ну, была тут. Пушка. На пушке. Она на корабле, наверное. На корабле. А что такое? Что? Хотел. А-а-а. На белку валим, они бегут. Мама. Так, удобно стою или еще чуть проехать? Чуть-чуть вперед. Чутка вперед. Вот так. Отлично. Ага. Пушечное мясо. Ты стреляешь мясом из пушек? Не. Они бегут прямо на пушки. Бежат обморочки. Вросли, одна пушка свободна. Чёрда! Висит груша, нельзя скушать, да? Нормально так? Отлично. Там за ёлки стреляет, кто-то тянет. И по округе постреливает, чтобы от визоров скрывать. Радиус большой. Поражение. Хоть говорит причину, как вы понимаете, король лич. Анимированный. Не знаю. Колян, терпи. Аккуратнее, Колян. Да. Опять гречка бежит к нам. Ты там Супер Стасу разрешил заходить в игру, или он так и сидит? А я ему запрещал? Не знаю. Он на классике. А, он все, зашел уже. Угу. Напиши ему глаза.
Глаза. Глаза там, да? Глаза. Стас, береги глаза. Как его там зовут, этого чувака с YouTube? Доктор... Доктор Дью, что ли? Да-да-да-да. Скажи, глаза, была ведь жопа. Глаза. Пока напиши ему. Тогда точно тебе ногу сломаю. Я ему дрожжи на скоро скину. Пускай послушает, просто не слава. Колян, он тебе тогда точно ногу сломает. Ты же смотрел, да? Кумпол держи, Колян, тогда наготове. И куда он там тебя бить собирался? В бубен, в бубен. Бубен, во, я. Так, на причале внимательно. Я его ударю, блин. Дайте не успею. До поликлиники? Ага. Он говорит, сюрикены, говорит. Сюрикены? Сюрикены. Юдовики? Да. Бесшумно и без крови, говорит. Без крови? Да, плюшевые, что ли, наверное. Я только хотел спросить, они пластмассовые? Так, тихо, на причале внимательно. Извиняюсь. Сюрикены. Wonderful, wonderful warf. Бободел. Вот это ник. Не, ну гречка вообще супер. Нет, бободел лучше. Бобов делает. Да, ники у них, конечно, суровые. Орда. Албанские. Цыганские в основном. Иду. Он когда создавал, думал, он делает бобо. О, Аня, ты вообще под подушкой где-то опять. Опять? А, я не подключила, сейчас. Ты давай. Опять разговариваешь в другой комнате? Конечно, это подушки. Подушки. Вылазь уже. Сань, Синька. А? Ты знаешь, что она фамилию поменяла? По шаману на причале. Убейте шамана. Молотова. Светомолотов стал. Слышно? О, да, слышно. Да. Вылезла, упросили. Приветик. Привет. Привет. Светомолотова она теперь? Да, не Светомолотова. Я не знаю, чем у нас женщины на работе думали, когда у нас на складе живет кот и кошка. Кота взяли, они кастрировали, а кошку не стерилизовали. А вот так. Мы им потом говорим, вы нахрена. Ребята, у нас рейд вообще-то. Это страшные вещи. Доки очень плохо. Как куропатка сдох. Прикольно, так завис. Кот, которого взяли. Все, причал теряю. Нет, ДХ тут летал. Но он не долетел. На ангар сзади, с нашей стороны. Да, один. Да. Одно чудо. Процента еще. Долго, долго. И трое поднимаются, еще развернись. ДХ ловите, ДХ подходит на осадку. Разрушитель. Да это та же самая куропатка. Он что, уже резнулся, прибежал, что ли? Он быстро. Наверное. Вот он реактивный. Скорее всего, сейчас падут причал. Да все, тут народище. Как они, ну, стараются прятаться. Посмотрите, как они поднимаются, забавно. Вообще такие смешные. Сейчас надо будет сломать глефы. Вон там еще. Куда не лез? С ангара камень возьмите. Колян, сгоняй, посмотри там кто. Пойду сгоняю. Не, только не чекай, не вылази, посмотри там кто. Угу. Глашка, если сейчас посмотри, кто там бросает пушку, скажи мне, пожалуйста. А чё вы не смотрите? Так, кто еще поехал? Нес, лучше отойди, там еще человек. Разные, да ладно, бог с ним. Разные. Ну, хотя бы одного. Ну тут никого нет. Флаг чекнут, но никого нет. Сейчас я, мы с хантами. Да, наши, да. Clear.
8 секунд. 7. На подхвате. Red base is secure. Лол. Я за... ты что сделал? А чё это? Я чё-то бросил вообще. Ты взял, короче. Red base is under attack. Ты сделал изоляцию с флага ордынский. Руга, блин. Снял, да? Да. Чё, уходим или чё? Стой. Окей. Глифы все, нет? Одна, по-моему, там осталась. Две глифы здесь. Сейчас какая-нибудь скотина прибежит все равно. Хант там скрылся, сдох. Зарос кто-то. Ну, зарок это не наш. А в принципе, от репортии он бомбы таскал. Восьмая группа. А может он ачивку делал? Все, раньше надо. А все? Так сюда глифы. Глиф нету. И. Татка выживает там на минут? Да, целая. Уходим пока с глиф. С глиф уходим пока сначала. А мы вообще в корабле? Ну, это я говорю к тем, кто это. Ага, не, в другом корабле, не в том, который наверху. Прячете что ли там? Да на камне можем, что-то услышишь. Лёп. Корабль. Он под кораблем, скорее всего. Не, ну корабле. по сути, мы на корабле. Там, кстати, можно на мачту залезть, если с плане со скалы лететь на плане. Колян и так ни хрена не делает, не давайте ему заданий ненужных. Ну, все планеры израсходуют. И там будешь такой сидеть, такой разбойник. Ага, и толку ноль, если будут флаг чекать. А ты спрыгнешь такой сверху, они такие, оба на. Ты расхреначишься, опала. Ногу поломаю опять. У нашей стенки, кажется, глифомет стоит. Мы ж всех там убивали. Нет, стоит одна, прям в упор стреляет. В упор. Нет. Вальхала! Толян, иди завали его. Там уже полетели. С криками «За Вальхалу!» Ого. Что-то я... У нас разрушитель на рейсе один стоит еще. Нет, тут катапульта. Ну, он стреляет он из базы. Не, катапульта дальше, а то вот близко прям стояло. Я сейчас посмотрю. Не-не-не, уже все, уже нет. Кончилось, да? Осадка, поехали на хворотом, наверное. Да? А все, пошли. Угу. Поехали. РЛ, можно ехать? Сейчас корабль полетит. Так он еще на вервалете сам летает. Ого. Поехали на базу все. Юперный театр. Аэрокоптер. Юху. Погнали. Автожир. А что ты смеешься? Ты знаешь, что это такое? Я знаю. Ну, это нет. У автожира еще вертушка сверху. Я могу его показать. Вертолет это. Нет, а это... Типа на воздушной подушке, знаешь, такая вот тема. Ну, с винтом сзади. Да. С двумя. Коптили. С двумя еще. Бери выше. Политик спрашивает. Видал, как мы вовремя? За нами катапульта, оказывается, гналась. На такой на бригаде был даже с мигалками. Его звали Петр Большая Груша. В узких кругах его звали Анжела Бабочка. Не знаю, про кого ты там рассказываешь, Колян. Толстая кобра. И Никол был Аточи.
Куда ты собралась, крылатая? Достаешь до этого ворот? Да. Все. Мачи. Как в тире. Отдыха. Get it off. Очередная топовая гера. Молодец. Я в воду запельнула. А, нормально. Они же босс бьют. Сорян. First blood. Реакцию тупо ханту. По ханту. Иду по тропинке, но вы тра-ля-ля. Внушитель сзади шаман. Рога. Нашли. О, вижу тебя. Я забродил и апельсинами. Нет, песенка такая есть. Ее наверняка под резьбянки не придумали. Кошка спалилась. Удивительно, что ее поет. Я не знаю, сколько ей лет. Этой бабенке. Но... Бабенке. Бабенке. Бабетта. Так, катапульты не наши. На-на. А-а-а. Сзади этот друид. Я вижу, вижу. Не кажи, Кума, самой мушки ест. Орда идет в этот... Да пес с ними. Орда уж по нее. Вы ж какая. Вообще, трава. Уж по ней-то? Уй. Фига себе, там у ханта 20 килов. Два раза уж по ней-то. Чего там у ханта? 20 килов настрелял наших. Ну как он так всегда делает. Злодей. Если 20 не настреливает, выходит с БГ и уходит. Так, а Дип у нас не патрон, да? Спасибо всем. Какой-то синкобот, блин, вообще уже. Да это... Фу. Ты все, Ира? Да, я пошла. Спасибо всем. Спасибо. Пока. 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 Кто такая Ира? Златинка. Кто такая Ира? Хрена себе, как потемнело. А что случилось-то вообще? А ничего. Я бил типа, и он встал опять заново. Резнулся? Да нет. Как он резал? Он куриный, что ли? Кто такая Ира? Лось. Сдала ты меня, Оля. Как будто первый раз. Не говори. Он, наверное, не обращал внимания. Кто? Лёша. Так? Да? Что такое, Лёха? Закончились? Да, да. Ребят, подскажите, как мне сделать, чтобы у меня в чате было видно 11-е сообщество. Я в нем состою, а в чате мне его не видно. Ну, открой... А, вверху там. Гильдии, сообщество, открой вкладку. Так. Добавить в окно чата, галочку поставь. Она там багается, бывает, да. Да, она бывает слетает, надо потом. Убрать уведомления, пригласить участника на настройки сообщества. Не, не, вот, нет, смотри. Не, вверху, это... вверху. Добавить в окно чата. Ага. Вверху, а, видишь? Общий, все, все, понял, все, спасибо. Да. Добавил. Ага. Благодарствую. Кто еще хочет себе анимированные обои поставить? Анимированные? Пять? Они будут бегать по квартире? Ты просыпаешься сначала. Это как и называется. Они еще жрать просят? Нет, ты засыпаешь в комнате там, с чашечками, да, просыпаешься в комнате с кирпичиками. Хорошо сказал. Обои постоянно ездят. Я не знаю, думал, он точно взрослый дядька вроде, но он переболел всей этой фигней какой-то. Обычно всякие школьники такими вещами занимаются. Я перелогну сейчас. Я вообще не знаю, это вы сказали про обои. А что не так с обоями? С анимированными. Висят, приклеены. Не бегают. Анимированные обои на стены клеить вообще-то неудобно. Пока не бегает у меня. У сова сможет бежать. Шкура у него бегает, однако. Ладно, давайте 3-4 минуты. Да, 3-4 минуты перерыв, ребята, и продолжим. Меня слышно, алло? Да, слышно. 3-4 минуты перерыв. Нет, Лёха... 3-4 минуты перерыв, ребят.
А у вас сильно плохо с хилами? Может, хилом зайти? Только шаманом. Пока хватает. А чат не будет. Каждые полгода по 6 штук раздают, ходят. Возьмите. Так а что, они сделали? Ну, они кастрировали. Кота кастрировали, а кошку не стерилизовали. Они думали, что котята рождаются у котов. У них был бы лучший результат, если бы они сделали наоборот. Это как про японскую или китайскую семью, которые не могли забеременеть. А почему, вопрос спрашивается. Потому что они пробовали. Потому что они что-то не так делали. Не так делали что-то, да? Да. Надо было книгу прочесть там. Инструкцию какую-то по применению. Фильм посмотреть. Скажем, не туда. Ой, а Саша сегодня есть, да? Вроде слышала. Какой Рязан? Да, да. Рязан. Рязан был, но он уже был. Он, по-моему, ушел уже. Он был. Побыл немного, часа два, и... Ну, хорошо, что все нормально. Отдыхай. Сказал, я спросил, как дела, говорит, вроде нормально. Да, сказал, все, бенч. Ну, прекрасно. У Савас только вот глаза. Глаза сыпят. Это наша общая боль. Это, да, беда. Я Коляну предложил ему написать, пиши, Стасик, глаза, 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 была это же точно. Жопа. Я говорю, не надо, а то он тебя точно ноги сломает. Придет, и мелким шрифтом, да? Я единственное, что боюсь, это если он с друзей удалит. И как мы следить за ним будем? Да. Где он, сзади или спереди? Ну... Я ж потом спать не смогу. Я бы на твоем месте, Колян, боялся, если он к тебе голый во сне придет. Чем? Нашел чем пугать. Мне такие сны снятся, что лучше вообще молчать. Ладно. Лучше вам не знать. Не пались, Колян, не пались лучше. Колян, как картинку что ли соваться? Не в этом плане другое. А то сейчас... Я не. Хотя меня, что, Любилка обозвала, говорит, да вы извращенец, говорит. О, я говорю, каких, блин, извращений. Ну, что, лошарой даже не успела назвать, сразу извращений. Не, сразу извращений. С козырей зашла. Ага. Любилка плохо не скажет. Да, она, как бы, только правду. Как это, смотрел же однажды в России, когда они там что-то, эти менты там, типа, снимали, снимать начали в YouTube какие-то, выкладывать видосики, это, говорит, лучше, чем подкидывать наркотики. Денег, говорит, больше получается. Ну и тот такой, да, ну ладно, а давай, говорит, это, ну я там буду тоже снимать, как я там что-то захватываю, там я там полицейский, туда-сюда пошел, там тех спас, того обезвредил. Не, говорит, в Ютубе, говорит, либо правда, либо не вкатывает, говорит. Только правда. Как полярно они хотели снять его. Там был девок предатель, там Степаныч оказался. Едет такой, смотрит, ну ты, Степаныч, даешь. В поисках Немо. Ты видел, да, серию Серый? Нет еще. Ну, когда полярный, когда они это, у них же Немов этот, начальник полиции. А, когда он... Когда он за запой уходит. Да, это я видел. В поисках Немо. Да. Сейчас, говорит, мы его подманим, офицеры. Да. Что-то желающих вообще. Ёк, ох, мать. Да. Сегодня в корке как вот этот босс такой, знаешь, где портал, до которого туда на коробочку нажимаешь, надо и зашел. Окей, ладно, группа лидера единичку чат поставьте, пожалуйста. Группа лидера единичку. Групп лидера. Вон там Хант просится. Какой? Он не плюсик поставил, а написал I wanna join if possible. Синая какой-то. О, Колена такого уши болят. I wanna join. Прямо перед этими, перед сообщениями Нессы. Ну, я уже набрал. Я Коле говорю. А Коля читает. У меня есть люди, у меня все нормально. А, все. Да. Просто так. Беседу поддержать решил.
Не, ну людей это по сути, раньше там что-то людей прям тьма, блин, прессуют и прессуют. А сейчас что-то нету. А сейчас фуска. Всё, сделали и по норам. Ночь, фонарь, аптека. Ага, Саваса. Шо? Питер, болото, Китай, Монголия, все регионы, Дворон. Тихо-тихо. Ресал. Джонни, они на деревьях. Сейчас призовем его, подожди. А, так ты это вызываешь, да? Да. Снегурочка. Я представляю с него Снегурочку. Ну чё, это Кейт, господи, как её тут, Роза классная с него получилась в Титанике. Я вообще просто это... А вот Николай Блак, это вот... Это я. Окей, рейди-чек, проверка на готовность. Ага, рэдиш. Как там? Рэдипэк, да? Рэкпэк. Ага. Рэдипэк. Надо сделать рэдипэк. Почему Николай Блэк? Потому что вот я... у меня иногда... Вот, окей, внимание, я... ребят. Ага. Рэндом эпик. Раз. Точно. Ну что, он в душе нигер. Не. У меня от белого цвета почему-то вот на экран, когда смотрю, если белый цвет такой прям белый, вот, у меня начинают палить глаза. Я всегда везде ставлю темную тему. Вот прям либо красная, либо темная, блин. Я что-то подумал, блин, надо же, блин, ник сделать себе какой-нибудь в стиме. И все, и пошло, поехал. Алян, ты попробуй это желтый текст на черном фоне почитать. Офис глаз. Часика пол. Я думаю, Колян не потянет. Почему? Потому что у тебя шары полны. Потому что надо сначала букву выучить. Это есть, ребят? Кто? Прок. Отмена cancel. Cancel. Clear. Интересно, как на саласовском языке cancel. Отмена. Cancel. Всем бай. Ой, это не то. Бай-бай. Пока. Май шиндеру. Май шиндеру. Нани. Колян. Ага. Тебя так и не отпускает? В смысле? Ну, у меня просто хорошее настроение. Ну, мы-то понимаем. Что ж я сразу под этим, что ли? Нет. Ты живот. Внимание, ребят. Рэндом эпик. Раз. Блин, Сера, я еле попал в кнопку. Руки тряслись. Я ржать начал, блин. Слезы глаза застилают. Обида блестит на глазах, отжигая ресницы. Ух, какие ты... Это ты откуда вышел? Это ты же говорил, Коля, по пьянке, не помнишь? Ну, Саваси. Саваси. Когда он тебе сказал, куда-то он тебя даст, по чебану. В бубен. По маклаку, когда он тебе сказал, что выпишет. Он дотит. Я представляю, такой дедулька мелкий начинает что-то там кидаться. Ты ему руку так ставишь, и он в лоб уткнулся, короче. И кулачками машет. Это стиль такой, Коля, просто. Пьяный мастер называется. Черная ладонь. Черная ладонь. Не могу никак найти этот фильм китайский, этот клёмный, про конфуистов. Он же променял черную ладонь соседом. У кого нет прока, ребят? Нет. Нету прока. No. Отмена cancel. Сансель. Хрюкалка, все хрюкает и хрюкает. А если... Есть еще другой смех, который называется «Я сейчас весь воздух в квартире всосу». Ну, колена это бывает. А еще кто-то смеется, как будто балкон открыли и ветер дует. Внимание, ребят. Рэндом эпик. Раз. Да, про это. Все, Колян, началось. Лайн вернулся. Мы где-то дырочку проткнули.
Во-во-во, подул опять. Все, пошел сквозняк. Это Колян пытается говорить. Да, дыши, дыши, Коль, дыши, дыши. Слезы потекли. Дыши, Колян. Сейчас я заражу. А я что не дышу, что? Я что, аквалангист, что ли? Так, тихо, ребят. Подождите. Хватит, сейчас морщины появятся. Да, на затылке. Главное, Колян, не говори сейчас ничего, то микрофон откусишь. Болезник спрашивает. Николя пьяная. Это не я. Как это не ты? Это не я. Другая. Сквозняк у тебя, значит, ты. Это пьяни в Дискорде. Колян, я написал, что ты шибалы. Улай, сейчас. Спасибо. Здорово. Здрасте. Болезнь сейчас не переведет. Пул, да, вон, Лайн пишет, Патреон. Не, взяли, взяли, спасибо. А это что за квакушка пошла? А это он в трубочке решил попить. Или каких-то. Пошло. Не, ну знаете, это лучше, чем если бы у Коляна был смех, как у ослика вот это. У меня младший брат так смеется. Ого. Когда Колюн, он такой микрофон, как у Саваса, потому что он маленький, может втянуть. Это как видео есть, где школьник смеется, как-то у него... Как-то вот так вот там, блин. Ну как макака, знаешь. Яичкой? Угу. А чё-то Саваса, кстати, давно не показывал подголовник от Жигулей. Подголовник? Он на нём спит. Нет. Он с ним спит. У него разговаривал же. О, прок. Прок. У кого нет прока, ребят? У кого нет прока? Всех прок, Enter заходим. Ура. Enter заходим. Опять ОЗ. Опять ОЗ. Да ёптуды. Ёпт. Колян, оборона, нападение. Я на КС. Синька, ты сурв? Колян сурва. Да-да-да. Ага. А я буду флаг. Колян делать, сурва. Что с Коляном сурвой все равно? Тьфу. А серьезно? Ну я тогда в танка спекнусь. Санька синий у нас. Окей. Саваш же говорил, что маги могут танчить. Перчить еще как, в глыбе тянут все. Они могут в основном перчить. 5 щитов. Три человека на причал, ребят, сразу. 8-10 на ангар. Достаточно будет. 6 хилов у нас. Нормально. Пойду на центр. Все остальные на центр, ребят. Ближе к центру дадите инвиз, ребята, с правой стороны заходим за флаг. Лёш. Вау. А что случилось? Чего ты с этой не меняешь? Потому что я жопа. А-а-а. Какая? Ну, чулки поменялись. Лидеры, кстати. Дайте мне, пожалуйста, только. Он просто экономный. А кто лидер? Оля. А, да? Ага. Ну, говорим же, Ольга, вы дайте лидера. Пожалуйста. На вопрос, кто лидер, я обычно знаю, отвечает Лукашенко. Хи-хи-хи. Да. Все отдала. Ставь твою печеньку. Кто твой батя? Ты смотрел, Коля, этот день выборов, когда он говорит, кто здесь главный? Тот такой, я. Неправильный ответ. Главный здесь я. Ты сколько картошки можешь выкопать? Руками или лопатой? Все, поехали, ребят, внимательно. Поедем на дачу с Колой, будем пить пиво. Я сейчас вам баны буду скоро задавать уже. Мне посоветовали так делать. Давайте голосовать! Я не скажу, кто. Тихо. На причал еще кто-нибудь. Трое сказали. Поехали. Пьем морду. Только Екатерина Александровна могла такое посоветовать.
Жмем. Чё ко мне доколебался? Пущен, док. Все. Так, мастерская с осадных машин наша, да? Да. Фига себе, он у меня какие-то пузыри вставил. Нас, походу, продавливают. Чтоб больно было. Вам сколько нит лететь сейчас будет? Сейчас все. Жух, жух. Опа. А чё какая архиманда стоит на базе? Пошлите в Орду, надо пройти в Орду, пушим. Пошли до хилов, ребят. Пошли до хилов. Пошли, пушим. Хилс. Больше контроля, ребят. Лёха, ну я пока на корабле постреляю, а ты оценёшь, когда будет минута до осадки. Угу. Чтобы там как дурачок не стоял, просто не слышал. Три пушечки. Не могу резать, мне кажется. Две. Что-то больно. Дамана-то уже нету. Ауе, ауе, сдайте все, залейте всех. После флага всех залили. В ангаре как мало. Демолишера. Два, смотри. Две пушки на корабле. Блин, что происходит? Меня да как себе притянул? Пристань оттянул? Порвать тебя хотели, когда. Лё, лё! Держимся, держимся, пока разрушить видоеду до туда, ребят. Обалдеть. Пушки. О, кое. Пушки на корабле, сядьте, пожалуйста, ребят. Да нас тут двое, мы только вдвоем. С охотником, нет никого на ангаре. Как не, ну прыгали бы. А, и Лайн еще с нами. Все. Дела было еще. Только хотел сказать, что ну да, пошел я. Ну тут втроем, тут нет никого. Да. Ну какой приз, красавчик. Там кто-то на каменоломне сидит. Леха, сколько осадки осталось? Минуты 20. Ну вот еще одна пушка освобождена. Так, сейчас подъезжает, он будет стрелять. Три пушки свободных в осадке. Ждем. Не, могу, конечно, на пуху запрыгнуть, но я по-моему. Так стреляет, ребят. Уходите. Уходим, слив мид. Там еще два разрушителя подъезжают. Вот, и теперь кто-то может с мида пойти на пароходик солнышко. Угу. Уроды. Они такие же люди, только страшные. Да. Так а куда уходить? На ангар и на доки, ребят. И кто на доках машины тут все свободные, дайте сюда. Так, на пушку. Разрушитель заберите, я его оставил. Я сейчас возьму. На горе. Садитесь. Взял. Да блин. Блин, меня хант подловил, вот подло. Блин, улюбил. Нет, поставил. Да, мида, старайтесь уйти, ребят. Блин, меня сейчас тут еще и убьют на этой гребаной. Где осадка? Выезжай давай. О, осадка выехал. Давай в мою сторону быстрее. А где хант. Ты? В какой ты стороне? А так и едь в этом, в сторону крепости. А меня сейчас убьют тут по дороге. В пушке никого не было. Все давай, прекрасно. Давай. 46%. Пушки заняли в итоге? Стреляй во всех куда-нибудь. Погнали, Так, кто на пушке тут? Сабо на пушке? Да, я на пушку прыгнул, могу перешить. Ёбаных. Мочи. Прям петов убиваю, вот, которые под нами. Все, что блин. Ой. Ангар со стороны Орды. Мы на глефах на причале, никого нет.
Никого нет, у кого далеко не ушел. Ничего. Кто-то спрашивал, поскольку хиляю, по 13560. Рублей? Да. Белорусских. До деноминации. First blood. На ангар поднимаются. Мы тоже сзади подходим. Разрушители, стреляйте по миду, мы подъехали. Окей. Стреляй в них туда. Я у фаера комбуз спер. В смысле, комбуз можно украсть? Да. Вот это поворот. Стас же говорил, что маги воры. Да у Стаса он все ворует этим самым. Но он даже хилку себе смазывает, намазывает. Да ладно, хилку, он это самый бабл у паладина украсть сможет. Да, 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 может. Не, Саваса может. Саваса Христовский можно украсть. Вон он, 33. Чего можно украсть? Христовский бабл. Пар впереди. Но он неинтересный. Чё неинтересный? Нормально. Да не, прикольнее у мага, у которого лего на 3 щита, спереть все 3 щита. И будет 6. Нет, у тебя магная останется. Пушки свободны, что ли? В корабле не знаю. Гляньте, зайдите. Еще 3 пушки. Сейчас гляну. Да-да, воин пишет. На осадке одно место свободное. Да, осадка, тут те места пока особо не нужны. Ну да, 2 свободные. Место такое, ну да, пошло я. Не, я села. Там с снизу ДХ вроде хочет все. Сюда к нам залезть. Да, это поедем. Да, по скалам. Скалолаз гремущий, мать его. Скалолаз? Да, он снизу прям к нам. Снимается, смотри, снизу. Угу. Бля, ниндзя. Ёпси, дай. Сюрикёна сейчас кидать будет. Сюрикёна. Сусиндох. Вара добить. Орда так и смотрит на флаг, прям хочет взять. И поносить? Ну да. А флагом такой хочешь взять? На причале внимательно, пожалуйста. Что-то не получилось у него. Он стоит внизу, маг. Слева. На белом Винни-Пухе, видишь, пришел. Слева. Что, сейчас заберут у нас ребят. Кого заберут? Все. Кого? С ним разберутся. Серег, эй, ты на причал? Пушки заняли там? Да, вроде бы, что он пишет. Все заняты. Глеб убили. Снизу на разрушителю что-то там пытается напасть. ДХ точно. Опять, ага. Дох, рипер, папка, рипер какой-то. Лэпер? Трипер. Карлсон. Ага. Рипях? И он такой, ага, над ним. Серега занят, он вообще-то воюет, в отличие от некоторых там. Ага. Форточников. Я форточник, особо опасен. Ты вот. Реальный проект 100 пошран, ваша осадка стоит вторым рядом. Пожалуйста, перепаркуйте. Так, идет там снизу кто-то к нам. Мы сейчас вам наклейку наклеим, это стоп-хан. Да, да. Блин. Много там, Серег, на это. Дай меня за контролем, я буду чертить. Нет, там много их. Сзади развернись. Причал держите. Сзади идут двое. Да не удержим долго причал, не удержим.
Зачем ты от флага поехал? Вот они, а вот они, Титанит, развернись. Я-то как я развернусь? Ну, пушкой. Я ж тебя развернул. Я ж без пушки. Я же руками, лапками воюю. А в пушке там собор. Нам больно. Да, я думал, в люке тут сидишь. А вот не я, да, вот не я. А вот не успел я. Вот это вы меня подставили. Давай. Как это? Чё, не перепутал с пушкой? Рога. Прям под разрушителями, ага. Ну все, причал не наш. Меня слышишь? Конечно, я тебя слышу. Да, да, да. О, слава богу, а то я что-то с султанитом там сзади, смотри тогда на них. Тогда тебе буду говорить, а то я разговариваю с одним, а думал он. Ну, я тем не менее, я тебя слышу. Все, на причале очень много орды, мы не устояли. Слабаки. Печалька. Так, сейчас на глифы, да, Лёш? Там опять кто-то. Да, Лёш? Ла 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 ла. А чё, у нас разрушитель, что ли, стреляет? Куда? Мне показалось, что в осадку разрушитель стреляет, типа пытается нас защитить. Фига себе. Может, самолета? Точно, они. Самолет, летучий корабль. Бдыщный. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это вертолет. Ра-та-та-та-та. Вертолет? Привет. Грифы едут. Три. Две пока. Врата, едут. Половина. Куда? Собо внизу. Вон он. Восемь они, хлопчики, геройские. Ай. Паладин на динозавры. Убей грифа, пожалуйста. Уйди. Я здесь хил, я тут ничего не сделаю. Ну, не отвлекайся на него, он там спереди двое. Убиваем Глеф, Глеф, убиваем. Под атакой? Ну уже нет. Привет, Хант. Пока, Хант. Не, он тут... прикинулся, мэр. Глеф уже на позиции, ребят, убиваем Глефа. Там половину снесли. Ау. Прикинь, как доктору кто весело смотреть в украинской озвучке. В украинской озвучке. Я бы хотел бы все посмотреть, все, что я смотрел на русском. Лучше всего смотреть это. Рейнджер, как этот, господи. Где этот снимался-то? Чак Норрис, крутой рейнджер. В Оренбурге. Крутой Уокер. О, Уокер, крутой Уокер. Полубокер? Да, по-украински, когда смотришь, там слезы на глазах. Ковбой, да, что-то в шляпах, оно привит, одна друзья, о! Вторую сейчас надо добью. Ты бачил, что творилось, и пошло сделать. Я просто представляю это. Одна Глеб осталась, ребят, надо убить. Там еще что-то подкатили, какую-нибудь матрицу. Мегазорду Писюкова злый день, бачишь? Ой, да что вы рассказываете, господи? Сейчас вам Аня расскажет за это. Я всегда фильмы смотрю на украинском. И чё? Нет, ну, я, между прочим, на нём дня разговариваю. И чё? А нет. То есть, что когда смотришь на украинском жизни. Как негры разговаривают. Как бы да, и чё смешного? Ну, для нас это смешно, потому что звучит необычно. Ну, необычно это смешно, да? Ну, конечно, всё необычное, всё смешно. Вот у вас как стрекоза называется? Бабка. По-моему, нет, мне там другое слово называют. Ну, я не знаю, что знаешь ты, украинскую мову, бабка. Разбийник. Разбийник. Разбийник, да. Ник. Не разбийник. Не, нет ников, там ник. Ой, ну что ты знаешь? Да. О, она же еще и преподаватель. Не, ну просто серьезно, да. Вы так начинаете какую-то фигню рассказывать. Еще я не начал рассказывать всякую фигню. Сейчас я не знаю, что вы там смотрите, но вот эти вот всякие песеньковые бла-бла-бла, что вы ржете и близко не имеете ничего общего с действительностью.
Там таких слов нету, это как и скорая помощь. Интересует язык, посмотрите, короче. Ну ладно, ну давайте угорать. Чего посмотрите? Сербов у нас точно нету в рейде. А чё, а над чем там угорать? Сербов там вообще попробуй ты поугарай, там хрен. Подожди, Анна, а что ты говоришь, посмотрите, если язык интересует? Может, мы Глебу сломаем там одну? Самоучители, словари. Ребят, ну подогревайте. Сейчас Несса начнет говорить. А если Леша заговорит, все будут молчать. Я такие промолчать могу. Так, все, Глеб, и все. Ворота 30%. Ворота 30% всего? Вы что там, вы в них стреляете или смотрите? Я не знаю, куда они смотрят. Фильмы смотрят. Коля, ну-ка сядь на Жигули и быстренько. Так я и так на Жигу. Я на Ниве. На Ниве? Да. Тебя сова с подголовник спер. Это, по-моему, трактора. И теперь с ним сожительствует. Это видите как... То есть люди не знают, что такое Саваса и его подголовник от семерки, да? Я нет. Но звучит как единственное, с кем он может жить. Нет, это у него таких размеров микрофон. Он его как-то нам показывал там в камеру. Больше, чем студийные вот эти, где фильм. Охотник, стой, сейчас убьем его, стой, сейчас я прыгну, подожди. Я уходи, тут пока Глеф нету. Не, в Дискорде можно отдельно каждому поставить. Сейчас, красненьким таким будет светиться. Уходи, уходи, я кинул Вортекс, он там. Отключить стоять. Звук или отключить микрофон? Главное, как Цири что-то начинает и разгонять. И это... Глефы едут. По-моему, даже Valiant Youth они когда делали, что всем блокировали сразу, по-моему. Я не помню уже. Подходит, вот он. Ага, лезет, лезет, скалолаз, ля. Глефы ломаем, ребята. На Глефы ломаем, Глефы ломаем. Два их он там внизу. Оплениста. Уже сыканули, улетели. Кто там Цири разгоняет это что-то? Не знаю. Ну, опять на кого-то материлась, что ли? Да. Почему материлась? Я просто сказала, что... Ну давай, давай, дальше. Что дальше? Сказать, что как я тебя назвала? Да. Жопа. Как? Жопа. О. С ручкой, я надеюсь, хотя бы. Привет, Екатерина Александровна. Привет. Мама, что такое жопа? Жопа — это Лёша. Жопа ты, есть. Ты научила его. А с ручкой, а с ушками. Йоу, на камень пятеро пришло. А в какой-то смысл вкладываешь в это слово жопа? Что это значит вообще? Обзывательство. Нет, ну ты понятно. Ну смысл какой-то должен быть. Ну типа дэ-дэ-дэ. И потом говорит, что у нее нет никакой фиксации, да? Ну, просто в последнюю неделю мне очень активно и сильно тыкали этим словом, что я делаю какой-то акцент. Я? А бесишься ты так, как будто тебя не словом тыкали, а вот... А я-то здесь при чем? Апельсином, я, может быть, тебя бы обозвала апельсином. Ну, а я-то здесь при чем? Просто ты ведешь себя так плохо, как жопа. Ну как? Вот какой смысл в этом слове жопа? Вот объясните мне, пожалуйста. Потому что объясните, как ты, Леха. Глубокая жопа. Короче, в общем, это... Не знаешь, не знаешь, что говоришь. А что не знаю? Ну я тебе сказала. Ну так себя не ведут нормальные люди. Я могу придумать 4 слова, но не придумала. А что он говорит? Хотя кто его научил мьютить людей? Разрушители под атакой. Ну, это, во-первых, это... Ой, паладин дальше полетел. Ладно, и потом. Ты сам попросил сказать, я сказала, все, что ты еще хочешь? Все, я больше ничего не буду говорить, сейчас опять будешь орать на... Еще одна Глефа идет. О, ты что, орала на Леху? Еще как. Я это когда... Разрушители под атакой. Вот это да, и Глеф, ломаем, ребята, ломаем Глефы. Бегу, бегу. Разрушители под атакой. Да мы-то Глеф ломаем, вы там ворот ломаете? Ну, уже практически. 2%. Осталось 2% и будет половина. Глеф сломали. Глефа сломали, да. Ладно, ну, ладно. А вы ворота сломали? На ангаре чуть-чуть постреляй с собой. Ворота пробить. На базу ворота все, поехали. All Horde Base. Бум, да. Снизу идут с собой, снизу.
книжный план. Он убежал от нас. Получил. И дали А, то есть я здесь один остался, да? И потому что красивый и главный, Колян. Да? Ну ладно. Ведь это же бардак, зато ты главный. Да? Вот. Лёш, меня кинули. Назначили. На деньги, что ли? Нет. Я подниму. Ну, я тут посижу, если что, да, скажу, когда будут захватывать мир. Спасибо. Ангар. Рога сейчас придет. ДХ приползет сейчас снизу, смотри. Влево стреляет. А, мы тут с Глашкой еще, тем более. Кинули нас. Теперь складбище, смотри, они сейчас, когда это, флаг перечекают, купол спадет. Ну, можно будет в кладбище хреначить. Вот я уже вижу, хорошо. Друид Венвис ушел. Где-то. Red base is secure. Red base is under attack. Хант один всего лишь. Остальные-то где резко? Ну нет, двое вроде или трое. Да? Ну, тогда стреляй в сторону ворот. Отсадка, дефит, флаг, все остальные к боссу заходим, ребят. А я флаг смотрю. Киллботс. Ну тебя, иди к боссу. Четыре придурка тут ловит нас. Ой, услышь на дебе. Что это за товарищ на таракане тут носится туда-сюда? Хелмут-то. Blue base is secure. Blue base is under attack. Молодцы все, ребят. Так, сейчас нужен РЛ. Да, Тири будет. Передай, я могу. И я сейчас ухожу. Как раз так пойдет. Сири будет. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пожалуйста. Спасибо всем. Спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи. Пока, ребят. Доброй ночи. Пока, Коля. Колян, ты же в отпуске. Так, кому да. передать? Сири будет. Я ухожу. Кому? Еще один групп лидер нужен будет. Сабо, я могу. Все, группу распустил. Ну, он всегда делать у нас зло, понятно, что не будет. Ну, собирай, я распускаю тогда, собирай. Кто не будет? Есть еще один лидер, кроме Сабо? Есть, я буду собирать. Хорошо. А что это, Серега, мы с тобой вдвоем остались, нам куда надо дать? Я ушел, поэтому кто-то из вас лидер. Ну, давай, не знаю. Серега лидер сейчас будет тогда. Что-то у нас сколько одни лидеры вокруг. Так, ну-ка, с это, единички поставьте. Уравнение на флаг. Группа лидер, единички в чат поставьте, после моей записи. Раз, два, три, четыре, пять. На месте. Пять зачем? Тогда мы не собираемся. Так, а тогда мы что делаем? Просто... Табо, Оли, Лея. Я собрал уже пять человек. Я не в Тулю. Мы разобрались тогда, Серый. Да, да. Доброй ночи, ребят. Пока. Пока. Доброй ночи, пока-пока. А Серегу взяли? Взяли. Че, мне все, больше нельзя лидить, да? Потому что я токс. Че нельзя делать? Пока, Лёша. Ты завтра будешь? Не знаю, посмотрим. Нет, меня все зависит. Мы это уже поняли. Кого, Лёха?
Ну завтра еще четверг. Не пятница. Пить можно начинать только в пятницу. Давай. Не так, что Леха, а водки ни слова. Ни мысли. А чё, собачек больше нету? Два места свободных есть. Бутковскую убери, села. Вон память, смотри в чат. И 4 минуты перерыв, ребят. Начинается.
У кого не полная группа, ребят? Вы придели, пожалуйста, единичку поставьте. А я думал, почему-то ты уходишь. Лёха, нет, это не Лёха уходит, а Коля уходит. Коля, говорю, Лёхе пока. Ради чек, проверка на готовность. У кого не готово, скажите, ребят. Окей, у всех все готовы, внимание. Ради чек проверка. Да. Внимание. Рэндом эпик. Раз. Пророк. Отмена канцла, ребят. Внимание, ребят, рандом эпик. Раз. Кого нет прок, ребят?
Нет прока. А, пришел. Запоздал чуть-чуть. Угу. Меняйте к концу. Если что, я могу проверить, как бы. Внимание, ребят. Рэндом эпик. Раз. У кого нет прока? У кого нет прока, ребят? Где прок? Enter. Ашран. Ну, наконец. Ура. Коля ушел, вот я Ашран. Да-да-да. Угу. Похусян. Play, you are on blue. Наша задача взять под контроль Ашран и все артефакты, что разбросаны по его землям. Разделитесь. Готовку, ребята, хавку. Там не лок. Собирать артефакты. Мы должны опередить Орду. Мы не позволим Орде завладеть силой, что сокрыто в этом острове. За Альянс! Посу всех нас.
Маги, сулик, пожалуйста. Контору убиваем. Поехали дальше. Убиваем орду, собираем цветы, ребят. Поехали, ребят, дальше. Все цветы сожрали? Да нет, наверное. Да-да. Вот, Ань, вот здесь, вот где я на слоне стою, есть. А, вот я вижу, есть. Все, я нашла. Извините. Ну, все, ладно. Я вернулся! Склонитесь, презренные, перед мощью великой империи Огра! Вы заслужили честь избежать моего гнева. Они мост пытаются штурмовать. Лёха, они там. Чей? Наш, на нашу базу. Они у входа на нашу базу. Да, да, вон они там все. Угу. Да нормально все там пока. Можем накрыть их.
чуть-чуть. Сейчас к нам прибегут. Угу, что-то уже подозревают. Он черноглюк пришел. И ушел. Выманивает. Огра нашего манят. Угу. Лаваш. Это автомобиль и хавал, просто по-другому написано в другую сторону. Точно. Из двух сторон хотят типа ударить. Куда идем-то, Лех? На МИД? С двух сторон у них это порвется что-то. Лопнут, думаешь, все-таки лица? Схлопнутся. Лицевая мышца не выдержит. Да. Ой, какой варп мощный прям. Быстрее на центр продвигайтесь, вас сейчас нас давит сзади. Кто вас давит и откуда вы вообще? Те, кто со второго пошел не на мид, а решил на первый пойти. Сюда идите. Мидоходы. Скотина. Это ник, если что, я не ругаюсь. Стоим на миде все. А вот они сейчас и пытаются с двух сторон. Ну, они и тогда-то хотели, но думали, что мы не отреагируем так. Хотят дабл пенетрейшн устроить. Слушай, а вот четвертый, этих двоих на стреляют. Четвертый, на четвертый поехали. Да, бьем в ту сторону, потому что у них что-то хилы и там, и там. Тут их меньше. Долбаные пеньки, блин. Валенси. Да Колян вышел, сошел за них. По-любому. Неправда. Хорош там рассказывать. Просто ты у них в Дискорде не сидишь. Не-не. Ты как сова, сопрощаешься и не уходишь? Да не, я тут стал в одной игрушке сохранения ковырять. Думаю, на фоне вас поставлю. Так, повернитесь назад. Там мне скучно. Много их там. Сейчас налево едем дальше, на пятый флаг едем. Бросили все на левый флаг, на пятый флаг. Поставить этот? Сейчас, подождите. Стоит там, стоит. А, уже стоит. Как мне нравится кнопочка с автоматическими воротами. Игрушка это? Чего там она делает? А сколок управления вратами. Да. Ну, не игрушка, а как она. А что это? Ну, это вот продается в Оренбурге. Но она у этих самых еще продаваться, у ПВПшных. Нужно посмотреть. Вот. А, все показал, да? Ты? Угу. А, спасибо. Хотя, мне кажется, надо было игрушкой сделать, чтобы она место не занимала. Хилы пытаются пройти. Ух ты, меня слили. Они пришли со всех сторон сюда прямо. Мы под флагом стояли. Орду добиваем сначала. Мне уже я на флаге встал и на базе встал. Входим в сторону круга.
Вчера ночью играл, там у них РЛ был у Орды английскими буквами Несса. Не встречал? Поклонники. Я тоже подумал, думаю, блин, наш Несса там... Или Твин. Нет, это не я. О, Кравиш. Давас разберется. Привет. Ага, нас слушаю. Это тоже сейвы смотрит на нашем фоне. Конечно. Ну там с коленом что-то скорешились, да? Позиция? Нет, это последний. Да? Еще пойдем. Куда уже? А, ну хотя... Орда заходит. Причем хил вливается. Стоим в печеньке. А уешь им орду. Пошли пропушим, пушим, пошли в орду. Возвращаемся назад, бэк. На круг. Ставим. Артефакт добираем. Там кто хилы, можете брать же этот огонечек. Я взял уже. Орда заходит. Купол на проход поставить. Открываем орду, пикпорт. Марицуба. Какой знакомый ник. Так себе зашло орды, конечно. Поломка за тут стоит сколько. Да, заборчик этот гребаный маленький. Вечно его не видно. Какие-то тележки. Куда идем-то, Лех? На базу, на базу. Ну вот, хоть начал кого-то убивать, а то полбоя прошло. Ноль. Даем артефакт. Ты чё там, серый, кого нашел-то? Алагабулина. Смотрите, там это, толпа ихняя бежит, серый, аккуратней. Все, дерево уже, сейчас выйдет. Там с Резалом же играли, что у нас артефакты позаканчивались. Отсбрасываемся.
оказался. А, да, экспресс это был очень сильно. Экспресс-тест? Ну, очень экспресс. Это... Полтора часа. Сбрасывать, говорю, надо было. Ну да. Да. Сбрасывал, а потом он что-то как-то исчез, вообще непонятно как. А ты два там носил, да? Да, я на плечах их. Как... Эти эполеты гусарские. Сейчас за деревом пойдем, а это убиваем. Дороги. Яйца все запускаем. Да не надо, рано еще. Лёх, пойдёшь или нет? Еще что ли? Ну, я не напрягаю. Да, да. Нет, скорее всего нет. Лёха хочет. Просто стесняется. Кать, ты где? Да она где-то танчит там. Да это он до меня доколебался, этот чувак вообще. Поехали за деревом. Катя у нас и женщина была. Шо-шо? Защищала. Вы ж не защищаете? А ее разве не убили? Настя, а это Маут из этого самого, из Легиона, да? Из коробки? Нет, за реп там дается. Акцию. Че я впереди скачу? Где вы? Потому что ты мощная. А. Ты же за деревом бежишь, да? Я смотрю, вы все прям за деревом бежите. Дерево не успевает за вами, как вы за ним гоните. Я услышала, что идем вперед, все. Я же я в этом, в ДД, короче, что-то у меня уши плохо работают. Ага, ночью я баба, короче. Что-то кажется, но ничего я не знаю. Да-да-да. Опа, Екатерина Александровна на лисе. Или что это такое? Это кот какой-то. Кот. Хрена себе какой кошак. Кышенька красивка. Ой, так она мяукает так, да, да. Я прям аж обернулась, где мои. Это змей чей? Наверное, ихний. Наш, видимо. Наш, а, наш. А, наш, вот. Кто нажал шрауд? Колян, Коля. Ага. Коля, ты же не играешь, зачем ты нажал шрауд? Он показывает. Убивай морду. Мощно вы зашли, конечно. Пошли дальше-то. А тут убивать-то было некого, зачем Геру включили? Офигеть, мы Берей, давайте. Мы сами как звери. Ну, за минуту не успеем, наверное. Что делать-то надо? Босс убивать. Я могу босс. Пытки защиты юзать. Дальше не водите, выйдет. Сейчас уйдет, да, не уходите с ним. И 28 секунд. Да нормально идем. У него процент в секунду уходит. Вообще, блин, все затормозилось. Мы хоть убили босса-то? Да, убили. Да, герой сказал. Хирои! Спасибо, Леш. Ну давайте, ребята, последний. Спасибо, Леш. Спасибо большое. Давайте до завтра. До завтра.
Так, ну и чё вы? Будешь дарёшь 7? Ну, я напишу тебе ещё. Окей. Энд, куда-нибудь идём? Угу. Кто пойдёт? Аня. Да. Аня, пойдёшь? Да, сейчас перезайду. Давай тогда. Саня, Синька, пойдёшь? Да не знаю, я что-то спать хочу вроде. Вроде и спал. Да ты ещё хочешь спать, господи, Синька, ну ёлки-палки. Я на работе работаю. Иногда. Не как Колян в отпуске, да? Целыми днями. Не говори. Как хочешь. А вы в большой ключик пойдёте? Ну, 14-й. Можно я локом пойду? Пошли. Вот, Катю возьмите, да. Ну. У меня пока. Ну, камни дам. Сейчас, Катя. О, подкупила всё-таки. А то. Вот так вот меня и кидают. Ага. Ач как вывернул, ты глянь, а? Всем спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, Андрюха, ты пойдёшь? Какой? Да, какой-нибудь, 14-й. У меня есть... У меня есть, подождите. У меня есть 13-й на той стороне. Не, на ту сторону, ну нахрен. Ой, а я сейчас, подождите, доскочу до этого, до хранилища. Давай. Я ещё не заходил. Ой, Аня, зря ты мне это напомнила. Чё у тебя опять? Боль? Боль, да? Ой, господи. Ребят, разбитые всем спасибо, надежды. Всем пока. Китайские рандомы, что ли? Китайские рандомы. Всем посмотрел. Пока, друзья. Хорошего дня. До завтра. Спасибо.